Ну что тут у тебя, Антошенька, как дела? Василич, у меня вот все хорошо. Ты мне вот лучше скажи, когда я уже получу свой отпуск. Так, отпуск, отпуск, отпуск. Ну это когда люди уезжают, не работают и отдыхают. А при этом перед тем, как куда-то поехать или улететь, им еще денежку платят. Отпуск, отпуск. Я сейчас просто вспоминаю это слово. Что-то, ну, я... Что за слово такое? Взаимствованное, наверное, взято где-то из другого языка. Да? Отпуск. Это когда, типа, раз в год там шеф отпускает своего сотрудника куда-то, якобы, как ты говоришь, там, улететь, отдохнуть и прочее, да? С деньгами. А тебе-то зачем? Ты все лето возле окна проработал, в окно смотрел на птичек, на деревья. Это все было бесплатно, Василич. А мне нужно, чтобы мне заплатили деньги за то, чтобы я отдохнуть улетел. Антоша, что-то вот я... У меня сейчас вообще вот ты мозг... Василич, вопрос простой. Когда? А я ты... не спрашиваю, сколько ты мне заплатишь. Антоша! Скажи, когда? Ответ... Я даже за свой счет готов. Антоша, ответ простой. Никогда. Крути.